Новосигамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. 5 столбов для освещения по ходу кругового движения устанавливают прежде всего для повышения безопасности дорожного движения. В темное время суток водители зачастую даже не могли рассмотреть пешеходов, до сих пор по привычке снующих по площади. Инициативу проявили сотрудники ГИБДД. Их поддержали в городской администрации и нефтекамских электросетях. Еще 2 дополнительных источника, а попросту столба, установят у остановки «Больничный городок».